Гирлиджа Шринивас из Индии на первый взгляд похожа на маленького ребенка, однако на самом деле ей недавно исполнилось 19 лет. Девушка страдает врожденной агенезией костей, поэтому ее тело не может нормально расти и развиваться. Из-за редкой болезни рост девочки составляет всего 76 сантиметров, а весит она около 12 килограммов, столько же, сколько обычный двухлетний ребенок. Гирлиджа не может самостоятельно сидеть, потому что у нее слишком тяжелая голова по сравнению с остальной частью тела, а также не в состоянии поднять почти ничего, кроме разве что чашки кофе. Более того, по словам врачей, существует серьезный риск перелома шеи, если она попробует повернуть свою голову слишком быстро. Кроме того, у девушки имеются проблемы с дыханием. Из-за болезней Гирлиджа не только не может выполнять какие-либо дела по дому, но и даже заботиться о самой себе, поэтому о ней 24 часа в сутки заботится мама. Несмотря на все сложности, девушка не сдается. Она мечтает о карьере художницы, которая позволит ей обрести независимость и даже помогать родителям финансово. А то, что в школу она идти не может, ее ничуть не смущает. Учеба ее не очень интересует, а друзья у нее и без того имеются. По словам Гирлиджи, она не хочет, чтобы ее жалели. Она всем готова показать, на что способна. Мама помогает ей с приемом пищи и другими делами, но когда она рисует картины, ей не нужна ничья помощь, она делает это сама. В месяц она продает по 6 картин, что дает от 8 до 10 тысяч рупий, это около 150 долларов. Это существенно повышает доходы ее семьи. Гирлиджа проживает вместе с семьей в Бангалоре, ее отец работает портным, а мама полностью посвятила себя уходу за дочерью. Женщине тяжело видеть ребенка в таком состоянии, но ей пришлось смириться с тем, что современная медицина не в состоянии помочь жертвам врожденной агенезии. Так что Гирлиджа придется остаться ребенком на всю жизнь.